Папа, наши дни рождения в одном месяце. Мне в этом году исполнилось 28. Тебе скоро исполняется 50. Твой юбилей. Последний раз твой юбилей и мой день рождения мы смогли отпраздновать вместе 10 лет назад. За это время я очень часто думал о том, как бы ты поступил. Ориентировался на те советы, которые ты успел мне дать и успеваешь давать в письмах. Для меня это очень важно. Это помогает и направляет меня по жизни. Я знаю, что ты неоднократно говорил мне о том, что нужно решение принимать самому, ориентируясь только на то, что ты считаешь правильным. Но без твоих ценных советов и без тебя как ориентира в моей жизни мне было бы очень тяжело. И ты знаешь, за 10 лет таких людей в России стало очень много, да и, пожалуй, во всем мире. Ты действительно стал ориентиром для многих. И, пожалуй, это твой самый большой подарок для нас. Я тебя очень жду. С днем рождения. Твой сын Паша.